полной мере данное солнечное затмение смогли наблюдать жители западного полушария Земли. Полоса затмения началась в Атлантическом океане у восточного побережья Америки и двигалась на восток через океан и через всю Центральную Африку. В Казахстане затмение прошло незаметным. Однако в областном планетарии отмечают, что данное астрономическое явление относится к редким. Это затмение было одним из редких астрономических явлений, потому что оно было гибридным. То есть часть этого затмения наблюдалась как полное, а часть кольцеобразным. Такие затмения называют гибридным солнечным затмением. Ну, напомню, что солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает от земного наблюдателя Солнце. Солнечное затмение происходит только во время новолуния. В последний раз такое гибридное солнечное затмение можно было наблюдать 8 лет назад, а следующее будет аж через 10 лет. Специалисты отмечают, что астрономические явления подобного масштаба в любом случае оказывают влияние на все живое. Особенно чувствительны к ним люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и эмоционально чувствительные. Помимо тревоги и волнения, могут мучить головные боли и другие недомогания. Алиса Маринец, Александр Людиновсков, программа «Факт».